Я заказал посылку с непроверенного сайта. Деньги списали, а посылка так и не пришла. Мошенники. Подцепила вирус, когда хотела помочь своей подруге, проголосовав за нее. А в итоге осталась без денег на карте. Удаляйте сомнительные письма сразу. Меня украли личность. Создали новый профиль с моими данными. До сих пор не знаю, кто выдавал себя за меня. Больше половины киберпреступлений остаются нераскрытыми. Береги себя и свои данные.